Привет! Привет! А у нас сегодня в семье огромный праздник. Да, у меня день рождения. 5 лет моему дорогому, любимому, сладкому мужичку. Поздравляем! Поздравляем! Но мы сейчас будем завтракать и есть торт, да? Я хочу. Мы будем сейчас завтракать и есть торт. Да, торт будем завтракать. Сначала Никита проснулся не в очень хорошем настроении. Почему? Снега. Никита привык, что на его дни рождения всегда снег. И он ждет, и у него ассоциируется его день рождения со снегом. Ну да, теперь я рад. Снега нету, но все равно хочется рад. Да. Да, и он проснулся грустный и отказался сниматься, от всего отказался. Мама даже комментарии, поздравления, которое вы написали, показывала, у него все равно плохое настроение было. У нас по планам сегодня... Столько нужно всего сделать, да, чтобы Никите радость доставить. Ну да, да, да. Начнем сначала, что мы сейчас позавтракаем с тортиком с Никитиным, с любимым, ага, с маминым. Да. Потом Никита заказал много подарков себе, и я их все купила ему на Рождество. Ну да. А Рождество будет через неделю, и мы не знали, что подарить им на день рождения. Мы решили его отвезти в магазин, и Никита будет выбирать в магазине сам себе любой подарок, какой да. захочет. А потом? Вечером... А да. потом в Чики-Чиз. Да. Чики-Чиз – такой игровой детский центр. Никита все время прыгает, радуется. Я обожаю Чики-Чиз. Я буду прыгать просто. Не надо есть. Никита, ну ты расскажи, как ты чувствуешь себя в 5 лет? Подрос ты? Ну как? Да. Я раньше был вот такой, а уже вот такой. Ну а повзрослел, как ты чувствуешь? Ты уже все, взрослый стал мужик. Ну, да, я взрослый. Осталось, чтобы усы начали я расти, да? Я был вот такой раньше, а уже вот такой. Видишь, как я огромный. Ну все, взросляк. Мам, ты знаешь, когда мне наступило 5 лет, тогда я попробовала побегать, я очень быстро начала бегать. А тебе прям наступило на тебя 5 лет, да? Я уже 6 лет теперь так будет. Мама, вот это 6 лет бежала. Долгожданный детский торт. Никита этого торта ждал. Я очень тоже. Долго. Я очень долго. Никита заказал 3, но я 2 испекла больших. Ну да, и он теперь будет есть. Прошу прощения у зрителей, они меня просят время рецепт снять, а у меня не хватает времени, потому что рецепты долго надо снимать. Я всегда готовлю, тороплюсь. Ага. Никит, мы сейчас будем свечи задувать? Или потом вечером? Или вечером сейчас? Я! Никит, я решила начать тебе уже маленькие подарочки дарить. На тебе, начнем с вот такой, что, сюрпризика. А там какая-то игрушечка внутри, это сюрприз. И можно он будет... О, а там что-то пахнет. Можно мне понюхать? Да. Открывай. Давай, я тебе дальше помалу отрывашечку найду сейчас. От нее запах сильный такой, от этой игрушечки. Да, как конфета. Очень вкусно. Ну, что там? Сейчас в комментариях по одному видео прочитал. Ваш папа настоящий русский человек. Пальто ходит за почтой в мамином. Скриши, да? Их несколько здесь. О, какая прелесть! Какие милые! А это не скриши. Это такой стаканчик. Их сюда сажать можно, что ли? Смотри, это общие. Давай вместе их посадим. Это наши. Это мороженки. Никит, ложи свою маленькую. Лиза, это наши. О! Привет, сосисочка. У нас вот это скриши. Там скриши. Тем рождения, Никита. Понюхай. Вот, давай, возьми. Понюхай их тоже, они тоже пахнут. Все такие пахучие. Хотя вот этого запаха не совсем нет. Не, нет. Есть. А вы ешь? Лиз, знай инструкцию, почитаешь, поймешь, что тут с этим делать совсем. А я пойду на стол накрывать. Самый радостный момент. Да, Никит? Никита очень любит задувать свечи. Когда будешь задувать, не очень сильно дуй, а то весь торт на мне окажется, окей? А то сдует. То меня сдуешь. По-английски, по-русски? Как хотите, как по-английски или по-русски? По-русски? Давайте, петь по-русски. У меня трагедия. Ой, чуть пожар не случился. Ой. Кошмар. Давайте, по-русски.
Happy birthday. По-русски. Да нет. Стоп, стоп. Никита сказал по-русски. Мам, я не знаю слов по-русски. С днем рождения тебя, с днем рождения. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения поздравляем. С днем Никита тебя. Никита тебе. Давай, дуй. Тебя. Ой, торт, торт, осторожнее, не сдуй. Поздравляем, ура, 5 лет. Дай целовать, целовать, целовать. Взрослый мужик. Мама, можно я? Никита, там пришла кошечка тебя поздравлять, иди открывай. Поздравляй, Киса. Первый кусочек Никитин. Оцените его размер. Никита сказал, что побольше надо. И мне такой же большой. Господь, благодарим тебя за сегодняшний день, за то, что ты нас благословил, за то, что ты послал нам Никиту в нашу семью 5 лет назад. Благодарим тебя за то, что он здоровенький, хороший мальчик, хорошо развивается. Просим тебя, благослови эту пищу, освети ее Духом Твоим Святым. Аминь. Такой бусик, бусик. Такой взрослый. Салфеточки опять не дали, да? Обычно дети любят, когда у них уже готовые везде шарики висят, болтаются. А Никита, у него это в часть его праздничной программы входило, шарики надувать. Он не разрешил без него надувать, не позволил. Теперь у нас вот такое море. Мама, завяжи. Ну как я завяжу, у меня одна рука. Давай, Боже. Бегу, а я сама уже. Ты куда мне их вешать? Никит, куда вешать шарики тебе? Ты будешь валять. Потом иголочками параколят, да и выкинем. Забудем, да, Никит? Не надо, повесим. Посмотри, посмотри. Так, мы уже собрались ехать за подарочком. И мы с папой подумали и хотим предложить тебе поехать в Костко. И посмотреть среди Apple планшетов. Хочешь? Я хочу машинку. Машинку? Да, которая без педалей, которую нужно крутить. Ну, они тоже в Костко такие продаются. Хочешь? Ну, сначала да, в Костко поедем, да? Туда что, можно садиться? Мама, еще и Apple планшеты хотел бы купить. Так и планшет или машинку? Машинку и Apple планшет. Так, все. Понятно. Пошли. Ты перепутался. Родители у тебя не Рокшильды, не Рокфеллеры. Вот мы их родственники. Куда мы едем? В Костко или в Walmart? Выбирай. Сейчас в Костко. В Костко? Да. За машинкой. Да. За машинкой. А как же планшет? Apple. Пусть он там сам определится. Слушай, народу здесь ужас. Я с мамой. Все. Конечно. Быстрее. Пошли. Пошли, мой дорогой. День варенья. Так, мы тележку тебе будем брать? Или мы уместим все в руках, твою покупку? Мы тележку будем. Тележку, брать. Пап, тележку сказали брать. Брать тележку? Да, карточку не достала. Коль, повернешься к нам? Коля, в очках. Вот он, планшет на сейле. Бля, он большой, да? Ну, у него в прошлый раз маленький был. Вот еще один. Такого дороже. Же размера, да? Так, ну что, Никита, идем в машинке или остаемся возле планшетов и уходим? Берем планшет и идем. Это не Apple. Это Apple. Apple, яблочко. Здесь все Apple, вот смотри, написано. Видишь? Вот он, Apple. Видишь, яблочко нарисовано, iPad. Будешь такой брать? Вот такой. Ну, пошли в машинке сходим. Пошли в машинке. Я вот такой беру, да? Ну, бери на всякий случай, да. Пошли в машинку. Машинку беру. Хорошо? Че все брюлики? Серьги и колечко, мам. Ничего себе, 37 тысяч. Плюс такса 40 тысяч долларов эти сережечки стоят. Там почти 3,5 карата. Так, а и колечко 27 тысяч долларов. 3 карата. Колечко мне нравится, да и сережечки тоже ничего. Там сзади какое колечко. Ну что, берем? Ты хочешь сейф взять? Нет. А что ты будешь в сейфе себя хранить? Нет. Пойдемте, пойдемте. Так, что там папа нашел что-то? Массажер какой-то. Это, наверное, мне, да? Массажер. Это хорошая штука, да? Классная штука.
Берем? Давай. А. У меня дома есть наподобие? Да, тоже надо. Это не наподобие. О, можно. Вот так. Так, еще так. Ладно, пойдемте, мы за подарком ребенку приехали. Мы должны обратно поставить. Тут вот одна единственная вот эта машинка и все. Она маленькая для Никиты. Во-первых, она маленькая. К лапушке. Нет, Никит, она маленькая, ты уже большой для нее. Давай возраст и вес посмотрим. 59, 130 паунд максимальный вес. Пометь ее, мама, сейчас зима. А можно ее снять? Дома, потом у нас на улице снега нет. Он на той машинке дома катался, потом на улице нету снега. А можно я попробую? Сейчас, даже сначала Никита, давай, садись, садись, Никита. Это снег расчищать, если на дороге снег. Ну-ка, ну и какая она ему большая, она ему отличная. Лёнь, они даже Лизочек даже поместилась, да? Они не рабат, они это наклейки. Мы тут свободно сидим. А это что? Смотри. Она не ездит сейчас, не заряженная, да? Можно там поехали, Никита? Тихо, стой, стой. I'm sorry. Это нога. Я все проверяю. Так, так, тихо, тихо, тихо. Потихоньку едем. Так, ну что, мы ее берем или Apple? Apple. Так, ну что, подарок купили? Едем в Чики-Чиз? А, пока не купили. Ну, идем платить и в Чики-Чиз. Да. Обратите внимание на этот столик футбольный. Ой, смотри, такой получше. Классный. Попробуй, вообще. Попробуй глянуть. Да, он весь такой добротный, попробуй, деревянный. Попробуй. Классный. У Никиты теперь радости. Ой, машинку ему купили. Все смотрят так. Смотри, он как тебя показывает на пальчик. Никита рад очень. Видишь, а то мы могли бы ему сами Apple планшет купить на день рождения, а он вон машинку захотел. Ты рад, Никита? Да, она очень быстрая, быстрее всех машин. А где машину мы положим? Мы ее поставим в гараже. Автобус наш выгоним на улицу, а Никитину запаркуем в гараже. Это шутка. Сейчас нас проверят, что мы не украли игрушку. Ну и погодка, правда. 16 декабря. Кошмар. Немного не помещается машинка. Нормально? Закроется? Давай, отпускай. Сейчас. Коль, закрывайся. Сейчас пристегнем, Никит. Никита, не знаю, как пристегнуться посередине. Все, закрылась? Хорошо. Все, готов, именинник. Я не готов, потому что у меня для ног нету места. Меня сейчас подвинем. Планшет уместился бы лучше в нашей машине. Погодочка, да? А еще да, уже. Санька продолжает сидеть это за телефоном. Какое солнце? Мы в прикол, по приколу называем Чики-Чиз. Ну, так приятнее говорить и нам удобнее. Сонь, как надо правильно? Они нас все время исправляют. Чики-Чиз. Ого, круто, тут болото. Сейчас да. Папа сделает волну. Нет, давай, не сделает? Давай, другие машины. Папульчик, что ты делаешь? Ай, что ж ты другим людям сделал? Вот это я им шибану. Люди написали в комментариях, что ты настоящий русский. Ужас. Та машина утонула полностью. И ты довольный? Вот это я им шипанул. А вот и чаки-пуки. Чаки-пуки, пуки-чаки. Если я сейчас еще расскажу чики-чиз, то меня Соня точно загрызет. Давай, машин полно. Ты уже сказала. Мам. Сонь, чики-чиз. 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 Так, теперь у детей будет сейчас веселое время. Иди. Вот вход, Никит, с этой стороны вход. Видишь, написано? Вход. Let's go, everybody. Заходите. Печати, чтобы дети не потерялись. Да, тебе тоже нужно, всем нужно. Другую руку. Всем сделали. Пойдемте. Yeah.
Thank you. А он не светится у меня чем? У тебя светится? У меня нет. У меня чуть подсветилось. И потом много людей. Много людей, да. Да, покупай карточку. Я не знаю, всем по карточке сразу купи. Там вдали два дня рождения празднуют. Там помного компаний очень большие, там помного людей. Покажи карточку. Играть, да? Так, ты 4 взял, да, вот? У меня было 2. А, окей, все, пойдемте. Наше местечко. Наше местечко свободно, да? Так, ну что, идите играйте, но играйте с пиццу купим. Да, идите. Уже выиграли что-то, да? Мне очень нравится, что эти карусели. Провела карточка, да? И поехали. Ну, поехали или нет? Папочка, садись с ними на коня боевого. Я на такого не болею. Суперскоростные карусели. Нет, вы так никуда не уедете сегодня. Алиса так сосредоточена. Мне придется на видео, когда монтировать буду, скорость увеличить. Папочка, иди на коня, там третий конь свободен. Не, меня такая скорость не устраивает. Что, слишком большая? Меня ветром сдует. Пошли шарики ловить, дети. Лиска стоит. Покажи, покажи, как ты ее изобразил. Иди спереди покажи. Ее лицо покажи. Сосредоточь. Лиска очень азартная. А что ты по-русски считаешь, а не по-английски? Ну, дадут что-нибудь вам. 36 поинтов. Нет, поймали столько от тикетов. А, ничего не дали. Дети, вам не надоело всю жизнь на машинках сидеть? Нет. Поломаешь автомат. Так, все, наконец-то я их уговорила полазить пойти. Вон там. Надо разуваться. Нет, нет, надо разуться. Вот, видите, обувь стоит. Девочка, ключка на наш накинулась. По-английски? Ну, правильно. Американцы любят правила соблюдать. Надо было вам с собой камеру вашу взять. Самим снимать. Лиз, ты неудачно, конечно, то, что ты в платье. Штанах. Лезь, лезь, Лизочка, лезь. У меня там клаустрофобия началась. Бля-бля. Это убегают, детей пропускают, да? Что? Кофейная чашка. Лизочка, только один раз надо проводить карточку, а то ты много раз проводишь. Все, больше не надо. Супер быстрая карусель. Дети, вы выбираете какие-то скоростные сегодня. Ага. Смотри, как у Никиты волосы развиваются. Там американские дети какие-то играются. И наших прогнали. Какой день недели мы в прошлый раз здесь были, там народу не было. Ну, сегодня дни рождения так совпали. Смотри, сколько. Два дня рождения здесь. Вот один день рождения. Вот там другой, там везде по большому количеству людей. Скажите, будем здесь пиццу покупать, брать, или в Доминос купим и дома поедим? Доминос. И
Никит, что скажешь? Так, от него не дождешься, сейчас будем ждать, когда он покатается. Наши не захотели. Наши... Он такой нахальный, он всех бьет ногами. Он самый маленький. Маленький, да? Наши не захотели с этого, с мышкой танцевать. Никита испугался мышки. Я бы сам испугался. Никита, тебе мышка нравится? Страшный, да? Смотри, тики ты бросил эти, бесплатные детям, мышка. Вот, поехали, поехали, давай, давай. Давайте, давайте. Какие числа вас рисуют? Сфотографироваться. Соня, выхватывай. Давай, Лиз, давай. Держи, потом заберу у тебя. Смотрите, вот в эту проект. Никита, толкай Лизу. Все, вот так. Вот сюда смотри. Никита сюда смотрел. Круто. Обрати внимание на Лискину скорость. Лизка, на скорость она... Как метеор. Ага. Близкий темперамент. Я опять выиграла! Смотрите, сколько я копила! Ого! Все, мы устали. Идем получать... Пойдемте получать игрушки за выигрышенные билетики. Да. Так, мы все сильно устали, едем домой сейчас пиццу будем есть. На минус. И Веруню. Веруню не будем есть, да? Никит, ты там живой? А во сколько мы туда приехали? Сколько проблем там? Да часа два. Привет. Привет. У вас сейчас сон? У нас мы приехали так все нагулялись, так устали, что вообще неизвестно кто Привет. Привет. Подарочек, скажи спасибо. Спасибо. Держи, Лиз. Конфетища? Веруня, это что? Свет, это вот подушка. Подарочек тоже, да? Ну да, если не понравится, то... Нормальная. Соня, давай, она с радостью возьмет. Какие там конфетки? Ну-ка. Суфле со вкусом малинового чизкейка. Из русского, да? Да, это новые конфеты. Решили попробовать? Да, решила. Ну, спасибо. Я помогаю. Дрон. А, Веруня! Никитин, дрон! Пицца! А у нас дрон. Веруня, спасибо! У нас три дрона. Быстрее целуй Веруню. Так, ну что, мы кушать готовы или нет? Я думаю, готовы. Есть пицца, есть нормальная еда. Пицца. Вы будете пиццу или нормальную еду? Пиццу. Вов, ты будешь пиццу или нормальную еду? Я буду пиццу с нормальной едой. Окей. Сейчас посмотрим, что у нас горяченького. Если бы это было на улице, я бы сейчас открыл, то от нее пошел бы пар, потому что она горячая. Погнали! Самый последний! Последний! Надулишь? Гарвич. Надули шарики, чтобы полопать, да? Да. Еще надуем! Первый раз мы их не вешали, сразу полопали. Подожди, а я не попробовал твою силу. Давай. Ого! 5 лет, да? Ого, Никит, а все равно, Никит, все равно ты должен скушать одну котлетку. 2 ложки картошки, тогда ты будешь еще сильнее, сможешь собрать машину. Никит ничего не ел. Лучше дайте Давиду пиццу. Пиццу? Дай посмотрю, что тут. Нет, конечно. Так, это одна только. Значит, не ешь. Нет. Не бери. Четыре? Это в ту. А, окей. Во. Так.
А, обычные, только длинные браслеты такие, да, как браслеты. Можно длинные. Мне одну? Это всем по одной. Это не браслеты, это некласс. Некласс. Да. Никит, ты что, уже голый? Давай, ломайте. А, их если ломать, то они начнут светиться, да? Смотри. А, ничего себе, как красиво. Да. Когда вот так. Так, а теперь а нужно в темноту смотри, зайти. О, я вас не вижу, только одни полоски вижу. Король! Да. А Никита говорит, я король. Да, смотри. О. А ты кто? О, я принцесса. Королева. Принцесса. А теперь Никите дай. Уже. Да нет. Верунь, ты вообще крутяк. Вообще крутяк. Тебе надо по улице так ходить. Давай, одень вот так, давай. Ну что, открываем? Да. Я с вами надену. Не сможете. Лизка, что ты делаешь? Смотри, здесь, а ты здесь. Колеса. Слушай, получается, что мы купили конструктор вместо машинки. О, сиденье. Кошмар. И это мы должны все собрать? Никита, лучше бы планшет тебе купили, Apple. Почему? Да потому что как это все собирать? Легко. Здесь даже лопата есть. Так, конструктор собрали. О, она уже едет, заряженная. Она заряженная. Тихо, елку не разбомбите. Подождите, я сейчас фары еще не включил. Сейчас папа эти батарейки поставит фарой. Это включает, это выключает. Фары. Включаем. Никита, пусть включена. Как круто. Давайте ставить на зарядку, отдыхать, давай, спать, давай. А завтра давай, будете кататься. Ну что, поехали прокатимся первый раз? Да. Правее. Воу, сейчас я тебя возьму на буксир. Давай, подразвивай. Так. Кошечка наша пришла нас провожать. Мы с Никитой идем на парковку, на церковную. Здесь люди собираются по субботам. Это адвентисты седьмого дня, американцы. А в будние дни здесь парковка свободна, и Никита здесь обычно катается на машинках. Алло, скажи, алло, кто-нибудь алло. Там есть? Нету никого. Так, что у тебя здесь лопата? Зачем тебе лопата? Зачем убирать снег? А, снег убирать? Или выкапывать, если в грязь попал, да?